Сотни протестующих во вторник вышли к стенам французского Сената в Париже. Они выразили протест против так называемого закона Макрона, всеобъемлющего пакета реформ для либерализации экономики. Его хочет принять правительство Мануэля Вальса, однако он вызывает недовольство профсоюзов и оппозиционных партий. Тем временем сенаторы документ одобрили. Нам нужно двигаться вперед, чтобы модернизировать нашу страну, дать больше прав предпринимателям, готовым пойти на риск. Наибольшее сопротивление профсоюзов вызывает пункт, подразумевающий отмену устоявшегося табу на работу по воскресеньям. По традиции, во Франции магазины в этот день закрыты. Министр предлагает снять это ограничение. В первую очередь в районах с большим наплывом туристов. Кроме того, планируется сократить длительность бюрократических процедур, ускорить процедуру увольнения, сократить вмешательство государства в экономику. Реформы коснутся торговли и транспорта, а также профессиональной деятельности нотариусов, адвокатов и арбитражных судов по трудовым спорам. Премьер надеется, что пакет реформ оживит экономику Франции. Между тем, во втором квартале этого года, согласно прогнозам, промышленное производство в стране вырастет не более чем на 0,3%. Очевидно, что такого роста недостаточно. Франция долгое время отстает от Германии. Она теряет свою конкурентоспособность на международном рынке. Ее долги растут, безработица возросла вдвое. В конце мая закон Макрона будут рассматривать в парламентском комитете, а в июне документ снова представят парламенту.